Спасательные службы постоянно предупреждают отдыхающих о грозящей опасности. До сих пор купание запрещено на 4 одесских пляжах, рассказывают специалисты-эпидемиологи. Запрещено водопользование на пляжах Аркадия, 10-я станция, 13-я и 16-я. То есть на 4 пляжах города Одессы из 8 запрещено купание. Своим здоровьем рисковать не стоит, подчеркивают специалисты. Тем более, что часть пляжей открыта, а там вода соответствует всем нормам. Вода по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормам. Каждый человек должен поставить на чашу весов здоровье или купание. У нас есть другие пляжи, где можно купаться, на которых вода хорошая. Это Лузановка, Дельфин, Отрада. То есть на этих пляжах, пожалуйста, можно купаться. Не всегда отдыхающие замечают предупреждение о запрете купания. Поэтому, подчеркивают специалисты, важно, чтобы люди сами вели наблюдение за погодой и знали, что после обильных осадков лучше несколько дней воздержаться от принятия морских ванн. Зная ситуацию, что вместе с дождем, с током воды, грязь, которая находится на поверхности земли, может попасть в море, то в этот период каждый грамотный человек должен воздержаться от купания в море и слушать информацию, потому что после дождей мы всегда предупреждаем население. В понедельник будут проведены очередные замеры морской воды, после чего медики либо разрешат водопользование на этих пляжах, либо продлят запрет на купание.